что, друзья, полетели на тренировку. У меня тут отличное место. Сидишь, ждешь, пока приедет лифт. Отлично, это только на моем этаже, потому что это мой диван. Сегодня, короче, будем опять тренировать стойку. Надеюсь, в этот раз что-нибудь получится. Хотя под стенки простоим там секунды 3-4. Будем надеяться. На самом деле, я уже не знаю, что во влоге снимать, потому что каждый день одно и то же. Надеюсь, вам будет интересно в этот раз. Полетели. Прикупил AUX-провод, короче, чтобы можно было в телефон вставлять и музычку слушать. Это покруче, чем радио. Че, погнали? Ёшкин кот, сразу же сел и стал запотевать все дико. Потому что я горячий парень, ребята. Сейчас, короче, поедем, попробуем дрифтануть. Но надо сначала выехать вот из дома, потому что тут такие ямы, это просто жесть. Бабка стоит, короче, посреди дороги такая и не знает, что делать, и не уходит никуда, приколитесь. Пришлось объехать ее. Санек-то там уже на самом деле в зале ждет, а я тут дрифтить собрался. Ну а фигли, контент-то надо делать. Не только на руках стоять. Блин, тут машина стоит. Я надеюсь, я ее не расфиг... Блин, две машины даже, вот. Думаю, не кайф. Короче, поехали в зал, пофиг. А то мужики скажут, что он тут делает. А он и Санек снимает влог, короче. Ай, долбаный карась, блогеры. Ай! Уродил, короче, шнягу, вот Санек снимает. Жестко, у меня, короче, вот на этой фигне стоит. И поэтому сложно снимать. Ладно, полетели тренить. Я, короче, на самом деле не знаю уже, что за контент снимать. Да. Здорово. Че, у тебя там съемки? А, жвачка, спасибо. Контент уже сложно, ребята, снимать, потому что столько видео, там 370 штук. Вот мне еще хорошо, у меня там видео штук 10, так что можно. Ну да, Саньку там можно. Те и влоги можно снимать, потому что никто не видел, как ты их снимаешь. Да. Поэтому, че, полетели тренить? Я вот думаю, чё б на Новый год можно интересного снять. Короче, ребят, напишите в комментариях. Как Артур нажрался в говно. Нажрался в говно первый раз за всю жизнь. Это шутка. Я вчера, кстати, от стенки простоял 3 секунды. Вот это рекорд. Нормально. Кстати, сегодня будешь от стенки стоять? Давай попробуешь еще раз. Попробуй. Саня попробует, поугараем. Короче, завтра вы... Блин. Сегодня этот ролик выйдет завтра, значит, уже вышел ролик в Инстаграме. Офигенный ролик, смешной, как я там падал, Санек падал. Заходите, смотрите, ставьте лайк в Инстаграмчик и обязательно подписывайтесь на него, чтобы была мотивация снимать новые смешные ролики. Посмотрим, сколько вешу, короче. Я уже давно как бы особо сильно не питаюсь, так. Сейчас проверим. Пам-пам-пам. 68,3. Ну, сойдет нормально. Идем к стенке на расстрел, короче. Прошлые два раза были убийцы. Короче, ставим ставки. Сейчас Саня упадет или нет? Я думаю, нет, скорее всего. Давай, попробуй. Тупо напряги руки. И вообще их не выключай. Блин, надо, знаешь, как сначала сделать? Давай ты меня ногами заведешь туда, я хоть почувствую это ощущение там. Так а ты можешь сам закинуть ноги. Я понимаю, я просто имею в виду, что так проще, но так я буду типа думать, ты это страхуешь. На всякий случай. То есть чувство, когда парень боится, короче, к стенке прильнуть ногами, а просто не боится. Я наоборот просто боюсь, что я назад улечу, а тут не, стенка. Мне намного страшнее в стенку делать, чем просто. Я просто думаю, упаду на землю, а здесь тут не некуда лететь, тут некуда падать, блин. Во, еще сильнее к стенке. Хорош, давай еще. Да, блин. Да ты сильнее, ты боишься, видишь? Да. Во, все, видишь, получилось. Только ты не удержался. Да, ну уже не страшно. Не страшно, потому что, блин, ты уже понял, как это делать. Нам сказали, что самое важное, это чтобы плечи были жесткие. Если ты падаешь, ты нажимаешь немножко пальцами. Да. Точнее, если падаешь как бы назад. Если падаешь вперед, то ладони нажимаешь. То есть ты должен очень крепко держаться, у тебя должна полная линия быть, и таз нужно вывести на один уровень с плечами. Но в принципе это правильно. Ну да, ну как бы это легко сказать. Да, легко сказать. А повторить, пацаны, мы пока сами не можем, поэтому... Это вам совет. В принципе, с практикой у меня уже спустя, это четвертый день практики, уже более-менее. Я в первый день, вот как Саня был, и не мог даже закинуть ноги на стенку. Сейчас все нормально, в принципе. Уже там 2-3 секунды могу от стенки стоять. Поэтому работаем дальше, через 2 недели будем стоять. Попробуй сразу же с первого раза на стенку залететь. Во! Видишь, уже прогресс есть. Вместе их поставь. Ну смотри, там секунда была. Нормально. Ничего надо. Я чувствую, что... Я могу поймать вот этот радиус плечами, вот,
как тебе это объяснить? Ну да, я понял. Что вот это вот этот момент я могу немножко поймать. Как женщина сказала, да. Нужно войти плечами. Да, да, да. Типа... И вот этот момент я могу поймать. Вот его я могу подержать немножечко, надо сейчас... Да. Кстати, так легче. Ребят, те, кто пытается, я раньше пытался вот отсюда, типа передом стоять. То есть спиной к стене, и вот так вот становишься, отходишь, так вы никогда ну, не так научитесь. Ну так Вайтенко делал, не ну, знаю. Да. Но вот так намного быстрее научитесь. Я согласен. Вы научитесь ловить эту грань, когда вы падаете вперед-назад и балансируете. Да. Уже гораздо лучше получается, поэтому успех близок. Нашли парня, который умеет стоять. Сейчас он нам покажет, как это делать. Да не боись. А ты узкими не можешь? Ну, нормально, неплохо, да. В отличие от нас. Ну, не обидишь, у него тоже не полная стойка, потому что у него не влияет локти, не выпрямляется? Да. Но он так больше передвигается туда-сюда, туда-сюда. Ну, да. Ну это баланс такой. Найти сначала. Ну да. А просто стоять сложно, наверное, да? Ну, нашел баланс, но так уж и тяжело. Будем учиться. У меня так уже пукан разрывает от того, что я не могу стоять нормально, не могу удержать баланс, что это просто пипец. Все, у меня сейчас мозг взорвется, короче. На сегодня хватит, ребят. 15 минут мы сделали где-то. Ну, где-то 15 минут тренировались. Каждый день, либо через день, но тогда полотенце. Потому что кровь в мозг приливает, это вообще жесть. Сейчас, ребят, в конце трения попробую немножко простоять все-таки на руках. Криво, не криво, посмотрим. Сейчас попробую. Было. На четвертый день мы сделали 3 секунды где-то говенные, но засчитываем. Еще где-то полторы недели впереди, поэтому я думаю сделаем. Все, друзья, спасибо за то, что посмотрели это видео. Мы вылетаем домой. Здорово! Ой, пацаны в обложку попали. Здорово! Меня, я. Попал, видишь? Красава. Все, давайте, пока.